To je tí švédsky, ktorý je z každú na 4 km reaguje. To je golosný. Tí Švédové zdieľajú očeň charašie. To je manoky, tipier. No, tu je na zajomce. Jo, znajete, jak ja poprobuju, jak je na zajomce, charoší to. V marci i druhý měsíc je как называть? Другой февраль. Апрель. А, следующий по февраль, март, апрель. Февраль, март, апрель. Не. Первый, yes. Январь, февраль и март, я. Как на манок ты постоишь у леса, а зайонцы, ну у нас много зайонцев, ты знаешь. А зайонцы бегают в полу, а ты сделаешь на этой манок, все убегают к тебе. Прибегаю этак. Потом есть этот манок хороший. Этак мы попробуем, как есть хороший, а как ты хорошо сделаешь. Ну, ребята спрашивали, как зайца приманить тогда на этот манок. Але в этом, але в этом часе. В этом часе. Потом уже нет. Феврали, марта. Ну это когда он спаривается. Да? Я, а когда он мает первые маленькие дубы. Mm-hmm. Ja. V tom čase on reaguje. A v samom čase to vysiť za tým slavs. Vás to, samý sexuálny dôvod zajca pokaží. Nie, neznajú. To je asi to au, 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 au. A znaješ, kada on jeho zdieľaje? Kak begaje, kak pšenicu usekajú. Ja? A on begaje. A jeho eti... Češi. Jeru, on kričiť au, au, au. No. Tak što je ešte? Ono sa migur. Ну сейчас можно охотиться на рябчика. Ты сам мучился долго. Я рябчик, але рябчик реагует по целый год. А есть тяжелее, потому есть быстрый. Он прилетает, але быстро. Ты не можно ту флинту в руки взять. Как пискаешь. А можно двух рябчиков? Я тебе покажу. Нам надо вдвоем идти. Один с винтовкой. Жену надо научить. Жену научить, о! Для Бога не попадет. Ага. Я тут мутался, да? Без ужина. Рябчика. Пиздец. А сколько стоит эта ваша коллекция? При жене громко нельзя говорить. Много. Как мне записали эту книгу, Гиннесова книга, так там нужно, там были адвокати, нужно каждый манок сделать, да? Každý jiný, nět stejný. Oni mi načítali 264 druhov. Různých. Já. Tak ty teď budeš knihu rekordů? Skolko bylo? 264. No, ale to je dva roky nazad. Ty kvěl ještě více. Mnoho. Много маноков я теперь покупил. А что есть нужно, как вы идете в лес, знаете? Нужно... Мороженое? Мерзлину.
ветер. Ты знаешь, как будет ветер. Это попробуем ветер. Это есть очень-очень практично. Лучше, как сигарета. Так. Этих молоков на реакчике есть тоже много. Але это есть, теперь сделаю такой, это думаю, у него есть хороший голос и все, и то. Ну. Nejde dobře. Typičně je ty kosti, taky je sdělají u nás. Ja? A to sdělají, to je kost husy. Ja? I zde ty malinkou dírku nutno sdělat, jak včely, znáte včely? Пчело это лоб. Пчели. Улей. Битас, да. Пчелиное жало. Но, они сделали такой воск. Называется. Да. Этим они сделают эту дюльку. А это иглоу. Да? Это есть маленько, сделаешь больше, а есть плохий голос. Понимаешь? А потом есть проблем, что нельзя эту нехать на солнце. Потому как загреет, да, есть капут тоже. Слухаешь? Плохо. А я рябчик слухаю. Рябчик слухает очень-очень хорошо. Но это я не знаю. Много людей скажет, я не так сделаю. У нас есть такие пожекарло. Ем божишки тузера. Это есть самец. Ем божишки тузера. A samka jest jím voříšky tuzera. Один раз samka, dva razy samec. Ja? Ne. To není dobře. Je takový systém. Vy znáte systém na rábčíka? Ty pokaži. No je tak. Jím, božišky tu zerá. Tebě ja? Znám. Jest, je tak. Daj zakuriť. Daj zakuriť. Ten systém je tu vás, jo? No, ale etiton nie jest chorosy.